Всем привет! Вы попали на мой канал, и сегодня мы будем трейдить Neon Ride, вот эту обезьянку. Такая вот у нас неоночка, вот так она выглядит, и сегодня мы будем ее трейдить. Перед началом этого видосика не забудьте поставить лайкосик под этот видосик, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем желаю хорошего просмотра, погнали! Первый трейд на нашу Neon Ride обезьянку. Сейчас посмотрим, что дадут. Фейрет Грифона нам предлагают легендарного. Не знаю, как оценить этот трейд, но, наверное, я откажусь. Но я всегда отказываю, но она отклонила первый трейд. Смотрим дальше трейды. Следующий трейдик на нашу обезьянку. Так, нам предлагают Райт Ему. Это вроде типа птичка, я не знаю, как назвать, но да ладно. Это у нас Эму и Флай Металлический Бык и 4 Окса. Лунных быка, точнее, да. Нет, я, наверное, нет, мы отклоняем, мы просто смотрим трейды дальше. Ждем следующих трейдов. Принимаем трейд и смотрим, что нам дадут. Так, райд пчелку нам дают. Ну, такой вот трейдик. Ну, мне кажется, неоновая райд обезьянка больше ценится, чем обычная райд пчелка, которая ультра редкая, и она зарабакса, ее можно достать. Поэтому нет. Следующий трейдик. И нам дают, сейчас посмотрим, нам дают неон. Это вроде олдовский пэт, и нам дают две неон леги. То есть ионного тигра и вот такого вот комонку. Такую вот. Очень, наверное, крутой трейд, но я, наверное, отклоню. Ну, вот этого пэта можно сделать неонку. Потому что он комонский. Но трейд, наверное, средний, скажем так. Смотрим дальше. Следующий трейдик. На нашу неон райд обезьянку. Так, нам предлагают райд божью коровку. Я так называю, это вроде божья коровка, да, все верно. И поменяли на лошадку обычную, но нет. Это вообще невыгодный трейд, нет, на одну лошадку. Ждем следующие трейды. Следующий трейдик. Принимаем. Даем. И на ого! Золотой дракон. Не он. Ого! В принципе, я не знаю. Если считать, это тоже у нас рарка. И это рарка. Не он райт, не он райт. Но это тоже. Так, она все убрала. Она все убрала. И нет. Этот рейд невыгодный, поэтому нет. Смотрим дальше трейды. Нам предлагали в том трейде Neon Ride Пэта из Океанских Яиц и Райд Золотого Дракона. То есть, можно сказать, это нормальный трейд был бы, наверное. Мне кажется, да, был бы нормальный трейд. Но она это все убрала и поставила обычных пэтов и дверь, которая ведет в ваш дом. Смотрим дальше трейды. Следующий трейд нам кинули, и трейд не удался. Посмотрите, какой донатерский сервер. Ого, он прям большой. Прям много тут игроков с крутыми петами. И тут даже есть неоновый хамелеон. Обалдеть. Классно. Следующий трейдик нам кинули. Принимаем и даем неоновую обезьянку. Ого! Тигр-то... Нам предлагают комонского тигра, не он фейрайт. Он тоже, кстати, олдовский, но, наверное, не так сильно ценится. Ну, прикольно, прикольно, но он отклонил трейд, поэтому смотрим дальше трейды. Следующий трейд, и он мне опять предлагает вот такую вот пэта, такую вот, такого пэта. И опять отклоняет трейд. Он, наверное, пишет добавить, но я пока не вижу, что он пишет добавить. Поэтому смотрим дальше трейды. Следующий трейдик. Смотрим, что нам дадут. Так, райд
Аксолотуса Райт. Зачем мне он? Ну, это легендарка и... Это Лего за Робоксы, как бы, да, но... Она отклонила трейд, поэтому смотрим дальше трейды. Он мне опять кинул трейд, и сейчас, наверное, опять же отклонит, да? Сейчас опять отклонит. А теперь соглашается. Уж извините, нет. Поэтому нет. Теперь я соглашаться не буду, если он отклонил. Обойдется. Все равно мне этот пэт не нужен. Неон, флэрайт, тигр там какой-то там. Его просто можно сделать неонку и все. Поэтому смотрим дальше трейды. Следующий трейдик. Опять трейд не удался. Да что творится с этим сервером? Жим трейды опять. Следующий трейдик. Походу опять тот же игрок мне кидал трейд вроде, да. Ладно, смотрим. Смотрим и... Так, ладно, ждем. Обычную обезьянку дает. Еще одну обезьянку. Еще одну обезьянку. Еще одну обезьянку. И все. Ну, это невыгодный трейд, потому что это не он райт обезьянка. И тем более тут еще и качать надо. И они обычные, поэтому нет. Смотрим дальше трейды. О, мне уже сразу кинули трейдик. Трейд не удался. Вот это мне везение. Ладно. Ждем дальше трейды. Следующий трейд. Так. Нам дают флэрайт. Ого! А, нет, сейчас попросит добавить, поэтому... Не радуемся. Да. Она не попросила добавить. Она просто поменяла на алмазного пэта дракончика. Но мы отклоняем, поэтому... Вот такие вот делишки сегодня у нас. Сервер также пополняется, становится еще больше или даже меньше крутых пэтов, поэтому ждем следующих трейдов. В этом трейде нам дают карету, которая за робаксы. Не знаю, это же карета за робаксы, поэтому отклоняем, не знаю, насколько она ценится, поэтому смотрим дальше трейды. Следующий трейдик. Так, нам дают... Ничего нам не дают. Странно. Ничего не дает. Ладно, я отклоняю. Зачем кидать трейд, не знаю. Смотрим дальше. А в этом трейде нам дают уже флэрайт Куау, который уже вроде нет в игре. Вроде как. Наверное, есть. Он русский. Он написал добавить. Ну, я отклоню, потому что зачем добавлять, если я меняться не буду. В этом трейде нам дают какой-то скейт черный, и этот игрок отклонил трейд. Смотрим дальше трейдики. Тут у нас какие-то разборки идут из-за доната. Что кого-то обманули, кому-то не отдали пэта. Ну ладно, я не буду лезть, поэтому просто уйду и продолжу трейдиться. В этом трейде нам дают... Так... Неон Райт австралийского Келби, да? Собачку получается. И пишет добавить. Ну, тоже рарный, поэтому отклоним. Вот такой у нас видосик получился на Неон Райт обезьянку трейдик. Напишите в комментариях, на какой трейд вы бы согласились. Я бы ни на какой, потому что это не моя обезьянка, а от подписчика, поэтому я ее не меняю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. И также стримы. Всем пока-пока!